Подходят ведущие игроки «Спартака» и «Локомотива» к Колоскову и спрашивают, что за несправедливость. За каждый матч в Лиге чемпионов мы получаем даже меньше, чем Жванецкий в своих выступлениях. Он спрашивает, а при чем тут Жванецкий? Ему говорят, ну Жванецкий своими выступлениями смешит только Россию, а мы смешим всю Европу. Олимпика. Мне вчера жена сделала подарок. А почему не две? Уснула прямо перед началом Лиги чемпионов. После сильнейшего поражения тренер отчитывает футболистов. Я вас просил играть так, как никогда не играли, а не так, как будто вы вообще никогда не играли. Мужик привозит тещу в больницу в тяжелом состоянии. Через некоторое время выходит врач и ему говорит, к сожалению, вам придется готовиться к самому худшему. Мужик говорит, о, пожалуйста, не говорите мне, что мне придется везти ее обратно. Раньше человек, когда было нечего делать, сидел и протирал штаны. А сейчас еще и экран мобильного телефона. А знаете ли вы, уважаемые любители этого интересного, почему на этикетах колбас и сосисок коровы и поросята улыбаются? Потому что знают, что их там нет. А ежи! Старшеклассница Матрёна, которая получала постоянно двойку по поведению, очень не нравилась преподавателям, но очень нравилась старшеклассникам и трудовику. Аниптико! Посетитель ресторана спрашивает у официанта. Милейший, вы не подскажете, что за странные круги в моем супе? Тот говорит, извините, от зависти слюны натекли. Я, когда нервничаю, начинаю дома уборку и долго драю все до блеска. Это успокаивает. А можешь иногда заходить ко мне понервничать? Подписываемся, кликаем на колокольчик.